Доброго всем времени суток, с вами Тексер и The Crust. Стратежко-экономическое про освоение Луны после некой катастрофы. Так, изучить подземную добычу. Погнали сразу. В силу того... В силу того, что ветка, по которой надо спасать людей с космической станции, не доделана разработчиками, ранний доступ, все такое, я выбрал вариант, где я просто развиваю свою базу, иду по контрактам и так далее. Так, ладно, изучить подземную добычу. А где это все? А, вот он. Мигает тут. Ладно. Подземная добыча. Подземная добыча. О, фундаментал. Лучше не дронов. В инжиниринге, я так понимаю, подземная добыча. Прессовка реголита, правильная печь. А вот она, подземная добыча, экстрактор реголита, да. Есть такая буква. Экстрактор. Ну ладно, ждем. А, блин, довольно быстро тикает. Так, мне туда нужно провести тогда... свет. Чё там, не выкопано что ли? Странное, ну ладно. Так, давайте вот так, а там будет видно. Так, это в эту и симметрично в ту. Очень симметрично не получилось. Вот так. Сейчас там светло будет, ну и заодно электричество протянем. Отлично. Research complete. Построить экстракторы. Отлично. Идем строить экстракторы. Добыча. Так, ты выдаешь туда. Я копаю туда же. Не забудьте, что экстракторы нуждаются в электричестве. Да. Так, экстракторы нуждаются в электричестве, согласен. А это будет в ту сторону. По-моему, красота. Так. Есть. Строим. Смотрите, светло стало хорошо. А у нас ночь, да? Пока нормально. Так, исследование выбрано. Пойдем еще выберем исследование. Поиск месторождений надо. 450, офигеть. А давайте. Так, бурение. А, я закрыл им, они теперь, да, не бурят. Отлично. Не переживайте. Вам есть что покопать. Давайте еще вот тут снесу. А тут вот в эту сторону мы вкопаемся. Ну, как-то так. Я не знаю, надо ли мне столько... Надо. Столько реголита мне надо, да. Хорошо. Чё тут у нас? Чё не хватает? Строительство строится. А, вы сначала тут строите, наверное, да? Да, вот тут строите. Нет, энергия сейчас подключится. Сейчас включилась.
Добывает, молодец. Настройка конвейеров. Это уничтожить, это что? Обслуживание робота. Хорошо. Ну и жданы, что экстракторы начали добычу. Теперь проведите следующее исследование и установите два очистителя реголита для производства железа кремния соответственно. Ну, я немножко не туда, но ладно. А пропал наука? Наверное, пропал. Ладно, не страшно. Пропал и пропал, что делать? Так, буровые роботы тут все хреначат. И хреначат им еще прилично. Потом пойдут туда, видимо. Ладно. А эти работают, да? Ну да, работают. Стали мало. Но робот вроде носит, да, руду отсюда? Ок. Ночь. 16 дней. Опа, 16 дней опасно близко. Пошли еще строить. То есть надо как накопители, так и все остальное. Да, 4 и 4. Давайте перекрестные делать. Все, пошли вниз. Работаем. Вот отсюда, когда выберут вот эти камешки, чтобы строить можно было. Что такое? Битком. А все ели, да? Разместите очистители реголита схожим образом. Так. И пока некуда мне размещать. Ну сейчас тут докопают. Так. Вот так как-то надо разместить будет. Ну тут, видите, как раз места нет. Ждем, пока буровые нахреначат. А вы сначала сюда поехали, да? Молодцы, елки. Давайте ускорим. Блин, я все хочу мастер рождения. Вот хочу. А, сохраняется, отлично. Интересно, а насколько декоративны фонарики? А, настолько, что их даже вот... Да. Ладно. Там пока ночь. А где что, забрали что? Не, не забрали. А, утаскивает он реголит оттуда, нормально. Это реголит? Реголит. На месторождение его поставил, да? И он вместо оксидов добывает не пойми что. Дроны-бурильщики простаивают. Фигли вы простаиваете, дроны-бурильщики.
Я что-то не понял с дронами-бурильщиками, кого фига они простаивают. Вы понимаете? Я нет. Что-то вообще в корне непонятное происходит. Research complete. Я вообще чё? Офигли? Давай, три дрона обратно. А как мне тебя остановить? Отключить. Лечить. Почему не бурят-то? Вот тут набурили, а там не будет. Что за фигня? Не понял. Но пока есть электричество. У меня ничего нет, у меня только в инжиниринге есть. Конвейер давай. Я с буравыми не понял, дронами. Вот у меня задано. Копайте. Так, вот тут поехал. А, слушайте, может они откопать не могут? Ну, тут есть какая-то порода, которую копать нельзя. Мне кажется, вот она и есть. Видите, вот тут можно копать, а вот тут нельзя копать. Вот они простаивают, бедолаги. И тут такая же ботва. Скорее всего. Да, все перестали простаивать. Вот так. Да, беда. Так, ладно. Очиститель реголита. Все, понял. Ну, видите, нельзя вот откопать. Вот тут нормально. Давайте вот так поставим. С помощью термической обработки очистили реголиты, возникает из реголита необходимые оксиды. В результате процесса остается шлак, который также можно использовать в производстве. Research complete. Research complete. Отлично. Отлично. Исследование завершено. Бурение базальта, да, надо. Но нужно уже синюю, видите. Увеличить скорость обработки.
Ну вот чистая есть на 5858, не издевайтесь. Не буду пытаться. Социалочки, что тут у нас есть социалочки? Ну тут зеленые очки, все. Исследование не выбрано, конечно, не выбрано. Ну здесь как бы можно выбрать, но я потом переключу и оно пропадет. Ну нафига мне это надо. Пока ставим туда, потом ставим сюда. Так, конвейер у нас есть. Опаньки. Это за какие деньги? 1500. Это где у меня такие деньги? Непонятно. Ладно, строим. Вот эти, да? И поработало. Тут пока ничего. Ладно. Эй, строить-то будем? Не похоже, да? Они все кирпичами занимаются. Заразы. Так, сюда. Ну давайте так. Что тут еще остается-то? Конвейер. Видимо, пока все не унесут, не успокоятся, зараза. Да. Ну, синяя нужна наука, синей нет. Ждем пока. Че, опять базальт уперлись? Несчастье. Похоже на то. А, ну тут все там. Боже, бурильщики продолжают простаивать. Давайте вот тут бурильщики. Уголок-то мне снесите. И вот тут тоже давайте. Так, давайте все-таки... А, тут оно работает. Вот это можно перенести. Было бы. Повысить приоритет. Я перенес. А это только сломать, да? Ладно. Так, и зарядочку давайте построим, а то потом снесем. А, в электричестве, по-моему, нет? Да, в электричестве. Вот. А то потом разберу. А вот эту штуку я даже не знаю, как перенести, тут даже функции переноса-то нет. А, ага. Понял. Не хватает ресурсов для строительства. Каких? Кремния, что ли? Модуль сломан. Какой? Ну ладно. А, он гонит потихоньку, смотрите. Нормально. Авторемонт надо. А был где-то авторемонт? Ну да, фундаменталь.
И что исследуется? Ты тут синей науки нету. Ладно, не важно. Вдруг будет. Они там подъезжают, но ничего не происходит. Мне кремния не хватило, вот в чем проблема. Он несет потихоньку. Три. Ну, может, хватит ему. Вот тут 11. Нормально, должно хватить. Блин, чуть-чуть пролетел. И модуль сломан тоже не очень хорошо. А я могу живой. Нет, не лифт. Вот этот. Чинить. А что, сталь тоже не сталь? О, блин. Жопень. Провалился, хорошо. Давайте мы вот этот сломаем пока. У меня немножко ресурсов появится. Я вроде не знаю, куда они их пошлют. Хорошо, вот туда. Да, сюда. Сталь теперь надо. Со сталью тоже немножко беда. Ну да, кирпичи есть, стали нет. Плавит что-то. Видимо, сталь получили. Смешно, да? Да, вляпался. Еще надо 3 стали. Я что-нибудь снес? Ну, потихоньку носит. Что я могу сказать? Потихоньку носит. Что-то только не торопится. Разобрать бы чего? У меня нет чего надо разобрать. Тут вообще ничего нет. Две стали. Ну, не стали вот этих вот. Давай, давай, давай. Еще один приезжай кто-нибудь. Так, а я с дура отключил обслуживание роботами, да? Давай, обслуживайте роботы. А вот да, смотрите, потащили чего-то куда-то. Погодите, это экстрактор реголита. Так это реголита экстрактор. Три, еще одну стали, пойдет кремний. А потом еще стали. Реголит она добывает. Сносим. Надо хотя бы так как-то вот. Лоханулся. Короче. Сейчас они там починят, а я пока тут сделаю. У меня будет железий. Стройте, давайте. Служение роботами отключить.
Выбрать рецепт производства. Так. Кремния, конечно. Пошло. Так, пардон, чуть электричества нет. Ноль из восьми, не хватает энергии. Фиг ли тебе энергии не хватает? А тебе хватает? Тебе хватает. А тебе еще не хватает. А, не построен, потому что. Надеюсь, что построят. Да, строит. Все, кремний сейчас пойдет. И сейчас надо будет... Сохранить завершено. Сейчас надо будет бахнуть. Там плавилка работает. Все, пошел. Шлак, оксид. Реголит прихреначивает. Да, молодцом. Все, попер кремний. Прям попёр. Все здорово. Ну, пока не надо мне этих складов. На дрон брылечки простаивать. Фигел простаивать. Слушайте, а куда они девают? Я тоже не понимаю, куда они девают? Куда все девается? Куда все уходит? Так, тут стали. На плату. А, они сюда таскали сталь, я понял. Ну, тут уже все хорошо, оно работает. Очиститель эрита – это моноочиститель, который может получать только один тип оксида единовременно. Обязательно выбейте рецепт оксида железа и кремния, чтобы включить производство. Обязательно. Простаивает, электричества у него нет. Так, желези потащил. Я же зарядную площадку-то эту не построил. Но они наверх могут есть, а наверху есть. Ай, блин. Ну, погнали дальше. Ладно, сейчас разберемся с кремнием и разберемся со всем остальным. Потому что тут работа идет. Надо, чтобы подкопилось. И тогда я бахну экстрактор. Ох, сюда две на зарядку надо. Ладно, ждем. А еще один отдыхает, простаивает, да. А что ты простаиваешь, обезьян? Давай вот так. Еще больше. Сейчас площадочку сварят. Сейчас все будет. Так, сколько мне нужно на экстрактор? 4. То есть, когда там 4 будет, я сразу бахну экстрактор. Отлично. Будет тут 4, да, дождешься. Это тошно идут. А тут что? 14. Отлично. Работаем, работаем, работаем. Ждем. Унесет, интересно, сейчас железку? Не унесет? Вроде не уносит. Кому там нет энергии? А провод... Ладно, давайте 5 подождем. Давайте я вкурю еще. Три.
Сейчас будет 4. Я продолжу 5, и на 5 уже бахну. Так, все, пошло. Опа! Так, дроны. Пошли вон. Строить. Экстрактор. You can't build here. А чё я can't build here? You can't build here. Так. А теперь давайте построим. О, могу. Так, теперь конвейер. Задешево. Все, отлично. Хрена, что-то шлак не знаю, что с шлаком делать. Ну ладно. Так, тут выбрать надо. Objective achieved. Железо. Да-да-да, позвольте к конвейеру. Теперь у нас есть цепочка просто стали, но можно повысить эффективность, соединить внутри конвейерной ленты. Снять там дронов, да, ускорить производство. С очистителем он плавильной печью. Хорошая мысль. Так, тут копать. Тут уже выкопано. Ну я вот это уже перетащил. Я же могу. Да, могу. А мне бы склад какой? Давайте вот так склад. И в него давайте конвейер. Вот. А сюда плавилку. А что-то как не по центру какая-то плавилка. Вот. Сюда тоже конвейер. Я надеюсь, вы справитесь. Так, здесь... А, блин, тут подключить. Алярм, алярм, подключить. Так, сейчас надо... И там тоже склад надо. Продолжаем раскопки. Так, тут уже копают, да, молодцом. Зарядка есть. Ну так нормально все. 26 дней хватит, нормально. Некоторые очки науки не используются. Какие? 0 дней. Я знаю, какие не используются. Так. Поздние сражения уже есть. Но у меня нет синей науки. Че я могу?
Ну что, кремний автоматизировали. Железо есть, железа нет. Ну, оно, в принципе, есть. Его нет. Пари, давай. Строй, молодец. Выбрать ресурс. О как! Он не умеет хранить. ФП. Ну ладно. Ой, блин. Будем знать. А что мы складаем тогда? Общий склад. Не включается конвейером. А, твердых ресурсов. Сыпучих ресурсов. Так, то давайте. Так, сбросить его нахрен. Я же так не очень боюсь, что у меня что-то не получится. Давайте, работайте, ребята. Так. 11 ресурса, отлично. Четыре железа. Нет, давай сначала там закончим. Шестеренки нужны. Титановую пластину нужны. А где я вам возьму титановых пластин-то нахрен? Шесть штук осталось. Ай-яй. Ладно, тут пока оставим, а там не будем оставлять. Тут мы просто поставим плавильню без хранилища. Потому что фигня выходит. Ну, старше притащит. Вот вдруг мне титановые пластины для чего-то будут нужны. Так, а у меня еще тут по детектору руды нужен. Не, сначала производство. Че бегаем-то? А, руду таскаем. Молодцы. Руды, кстати, нету. Обратите внимание. Построили. Так, разобрать. Выключить, разобрать. Тут построить. Да давайте вот тут поставлю. Почему он тут? А чтобы потом между ними хранилище воткнуть. Я вот между этими хранилищами, скорее всего, не воткну. А там воткну. Так.
Погнали. Не хватает ресурсов для производства. О, пошло. Отлично. Тут. Строить. Тоже зашибись. Ну, тут без хранилища. Ну, ладно, буду без хранилища. Тут что? Мало. Ура! Ура! Директор, нам удалось строить следовательский ровер Скаут. Нам необходим для нашей миссии. Обследуйте ретранслятор спутника связи и любыми средствами запустить его. Мистер Ратчет поможет разобраться с управлением. Мы вольны использовать данные, которые помогут в выполнении миссии. Часть из них позволит ускорить исследование. Профессор Уилфри знает, что с ними делать. Однако помощь, все бортовые журналы, записи экипажа, остальные материалы, касающиеся инцидента, остаются собственностью Краст. А ваша компания не имеет полномочий изучать эти сведения. Посадить ровер. Ратчет, ты слышал? Краст назначил тебя ответственным за новую игрушку. Смотри, не сломай, вторую нам не дадут. Я в новом месте над этим не смеялся. Мы отправляем дорогущий аппарат за пределы базы, где не работает спутниковая связь. Если мы теряем его, в любом случае, директор, вернемся к работе. Посадите капсулу с ровером, и мы продолжим. Я определенно посажу капсулу с ровером, но сначала я построю. Так. Бурильщики пошли нафиг. О, да. Так, тут продолжаем бурить. Тут, кстати, тоже. Нет энергии. Где нет энергии? А там нет энергии. Там можно без энергии, согласен. Так, тут что? Все, зашибись. Тут? Ну, норм. Слушайте, растаскивают вообще только на ура. Так, что по науке? 10% базальт. А, нет. А базальт я понял. Ну, гложем. Может, цепу. Так. Снести. И... Кровать. Диван. Фигурация дронов. Так, ну давайте прямо тут ее и бахнем. Вот. Активировать. В какую сторону будем дышать? Давайте вот в эту. Залежи алюминия. Отлично. У вас залежь воды, кстати. Там базальт. Кремний, железо. Неплохо. Ну, пока так. А очень энергоемкий собака. Так. Он не запоминает. Ах ты жаба. А, запоминает, все хорошо. Все, на этом тогда давайте остановимся. Жмите, пишите. До новых встреч.